Оказалось, инспектор-кинолог Максим Русин из Новокубанского района и его четвероногая напарница, немецкая овчарка по кличке Стефа, в день матча работали на стадионе «Фиш» на пункте пропуска грузового транспорта. В задачи Стефы входило обследование грузовых автомобилей. Осматривали мы грузы. Ну, вижу, что собачка как бы уже устала. Вот, ее нужно было взбодрить как-то. Она замотивирована на мячик. Вот. И поэтому как бы я решил сделать несколько трюков, взбодрить собачку. Вот. Увидели болельщики, прохожие, перуанцы. Им очень понравилось. Они восприняли это очень радостно. Я не знаю почему. Может, они не видели никогда такого. Вот. Ролик с участием кинолога и служебной собаки мгновенно разлетелся по сети. Немецкая овчарка попала к Максиму щенком. Сейчас Стефе 3 года. Стефани у нас с самого вот детства, с самого раннего возраста, она очень у нас общительная, она социальная. Постоянно, значит, к нам ходят детки со школы, примерно 3-й класс, 5-й класс. Вот. Полностью ее облепят, так вот гладят ее. Очень круто. Поэтому она к толпе, к людям, она относится очень спокойно. В 2016 году кинолог и его собака прошли обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Стефа специализируется на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В прошлом году на краевых соревнованиях она стала лучшей по обнаружению взрывных устройств при осмотре багажа. Сегодняшняя командировка кинологического расчета далеко не первая. Пара постоянно задействована при проведении массовых мероприятий, в том числе и международного уровня.